А перед началом ролика советую вам посетить канал Левши. Там вы найдете совместные со мной летсплеи по Сампу, по Доте, по Тим Фортресу. Также по Порталу снимали прохождение. Ну а также он выкладывает, проходит игры под Мафия, например, есть GTA, также Bioshock. В общем, интересные видосы. Также есть анбоксинги разных посылок из Китая. В общем, заходите, подписывайтесь, смотрите. Вы Стильно. Нашли компас Джека Воробья? Ну, практически. И куда он показывает? На холодильник? На север. Не поверишь, на север. Холодильник, на холодильник. Господи, что это за фея? Леша, сделай что-нибудь с этим. Лё, и это, мы Мика доиграем миссию, Лёш, пожалуйста. Ты либо Мика, либо Мика, потому что какие торпеды, о чем они? О чем это поехавший? Уже все, началась миссия. Надо две торпеды вперед. У меня черный экран и кружок, я не загрузился еще. Ну, слушай, если Open World, а мы в нем уже были. Три километра, не так уж далеко. Не семь. Ты видел это, я да? Я видел, да. Ну что я могу сказать тебе? Добро пожаловать на дно. Мне тебе... Зло пожаловать. Мне тебя подождать? Как-то поднимись сюда ко мне. Вот там кто-то сквозь скайп засветил. Давайте его репортить, чтобы его забанили в скайпе. Миша. Да иду я, господи. Что у вас там происходит, мне же интересно. Я утопил машину, если вкратце. Девять ка я установил, но ё-моё. А как же страховку все дела? Ну, так я ее сам утопил. Ты в реальности тоже не выплатил страховку, если ты сам утопил тачку. Ну откуда в между еще знаешь, что ты сам ее утопил? Ну, короче, тут пицкая, допустим, там. Лёша, я попросил. Чё? У нас пока ничего не происходит. Я так понимаю, мы так долго едем, потому что Дима купил самую дешевую базу, да, дальше всех. Да. У нас классная тачка. Audi R8, что ли? Угу. Нет, в смысле, она классная, потому что она без двери. Люди! Доставка прям к лодкам. Украсть топерды. Топерды. Ну чё, полетели? Так что понял, что... Подожди-то, уже рядом. Подожди, да. Хотя их двое, две сёна доказать. Ты же понял, что катера называется спидофил. Спидофил? Что? Что? Да. Ой, челики сейчас меня убьют! Броня! Броня! Ой, я чуть не сдох, мать твою. Еда. Броня, еда. Еда, броня. Кстати, я забыл в бункере забрать еды. Кстати, тоже. Да, я так не доехал. Ну, я так и не доехал, как да.
она будет до ограбления делать. Угу. Вау, что-то уже прям, слушай, у меня броник весь сняли. Да, ничего. Там выстрел. Блять, не то. Ой-ой-ой, что происходит? Так, ну я спасаю день. Ой, да что ты будешь делать? Я снова нырнул. Все это видели, второй раз я это повторять не буду. Ой-ой-ой. Так, кажется, дело плохо, я спер как бы одну. Нет, и еда. А у меня только пиво осталось. Так. Вы понимаете, что все плохо? Нормально. А что не так? В смысле? Ну как бы я уже схватил одну торпеду и глобальный сигнал уже есть. А где вторая торпеда и как? Там же, она на платформе на самой. Ой, меня шмаляют. На какой, блин, платформе? Вот вы как вокруг которого плаваете. А все, забрали уже. Миша, поплыли. Тут есть вертолет, да. Полетели точнее. Ну, это все. А, или тут бесконечные жизни? Бесконечные. Это же open world. Что? Это как это мне сбили? Это четкая дерзкая вертушка наверху, над нами непись. Сука, вонючая. Вот это видел, да? Да гребаный вертолет, сука. Так, надо срочно сбить эту сраную вертушку. Знаете, как эта сторона эпично выглядит? Дима, ты мог бы меня забрать? Для справки. Да, забирай этот, полетели от этого. Вернее, поплыли. А, шифтап. Они продолжают за нами лететь. Вали оттуда, меня Рома. Сука, снесет меня. Не утопи на свете, я вот прошу. Так сделать. На, липучкой. Ой, а куда я выплыл? Кто мне не поставил? Все, пофиг, нам так и так на берег. Кто-нибудь заберите. Ой. Меня. Сейчас машину найдем. Дима, где там твой Делориан? Он уже занят. Да. Я был машин на трассе. Да вот, быстрая тачка. На стоянке. Ты что же, блин, развалишься? Все, я убил пилота. Ой-ой-ой-ой! Нормально. Все, гони-гони. Еще два вертолета. Окей. Чем чаще ты говоришь слово гони, тем больше расизма в твоих словах. Дига-зага. По-моему, с Глорием летят две вертушки. Да ладно. По-моему, там не две. Две. А зато за нами не одно, я за. Ну хорошо. Мы все сбили. Зачем мы едем не туда? В смысле не туда? Ну сейчас веселый десинхрон был. Ты врезался в дорожный знак и встал. Кто меня телепортил на трассу? Она, точнее, на каком топливе, интересно, работает? Я не знаю. Долориан. Ну, канонично там лазер должен быть. Ну, канонично, да, и плутоний, в частности. Но, там да, магнитная подушка. А во что это был за взрыв? Так. Не знаю, я ничего не взорвал. Вертушка падает просто. Просто мы едем по дороге, перед нами взрыв. Ищ. Кто-то пытался из орбитальной пушки вас убить, но, к сожалению, не попал. К счастью. К сожалению, к счастью.
Надо в вас с орбитальной пушки пульнуть, вы отправите их к динозаврам. А впереди нас черик них. Сейчас я Дениса отвезу, потом за вами еду. Я смотрю, что будет красиво. Лучшая защита для нападения. Не против людей, которые владеют орбитальной пушкой. Вау. Либо читер, либо я хз. Видимо, он наперед по пингу стрелял. Но он промахнулся. Второй раз, что ли, попал, да? А, это мины, которые я... Это он от ментов скрывается и накидал этих мин. Господи! Ну он погиб, хорошо сел. Дальше мне не будет искать, а? Эммет, не задыхайся. Я вообще последний раз предлагал приходить со скайпа на дискорд, но меня не слушают. Твич. А? Твич. Держи, Твич. Общаться. Голосовое общение посредством твича, да? Посредством стрима своего голоса, нет, да. Посредством проги, которая уже давным-давно отключилась. Типа скайпа. Ну, не знаю, такой себе, а вот дискорд точно работает хорошо. Благодарю за хорошую доставку. Остальными. А зачем? Мы доезжаем уже, нам типа осталось почти, ну, чуть меньше 3 километра. И нас двое. Кого-то собрался оставлять. Кого-то. Я пойду. Начни на того, кого торпеда. Охереть вы топите. Машины позволяют чтобы не протопить. Миша готов к трюкам? Один трюк охерительнее другого. А вы готовы к трюкам? Ну сейчас у нас кинет что-нибудь. Да блин, сосны тупые. Я хочу в машину туда заехать, ау, Вы достали эбу торпеды. Эбу. И больные торпеды. Так, пошли еду забираем. Еды.